пару часов себя проходить, уставший организм был полностью, как силу задал. Вот здесь так вот, я уставал между раундами, восстанавливался. Тоже был тяжелый, ну, один из самых тяжелых боев. Какой раунд там был? Последний, наверное, раунд. Небольшой удар тоже пропустил, завязался. Да, ну, концовка, конечно. Да, концовка. Ну, из-за этой концовки тоже более интересный бой получился, и, может, реванш захотят заработать. А что лучше, реванш или выше вес уходить? Конечно, если это выше вес уйдут, то вообще новая история какая-то получится, что два пояса там, все на основном было не то, что там время поменять, это мы уже привыкли, там климат, это как-то уже было до этого. В этот раз у нас было все по-другому в плане взвешивания. Мы утром взвесились, и, например, я звался в последний раз в Дубае, и всегда так было. Мы взвесились, целый день отдых, поспали, и на следующий день вечером, ночью, я вот в Абу-Даби для поиска отбрался, в 10 вечера выехал на бои. А здесь, получается, взвесились, и на следующее утро, в 10 часов утра уже, я был уже на арене, они сделали турнир под американское время, хотя мы находились в Австралии, чтобы продать платные трансляции, чтобы людям удобно было вечером смотреть бои по американскому вечернему времени, получилось. В Австралии рано утром, в 3 утра начался турнир. И так-то я организм не успел до конца восстановиться, и пришлось проснуться, и как не позавтракаешь, не знаешь, что сделать, как-то перерасся, и сразу на бои. У меня хоть последний бой был, у нас с командой Баринтон взялся чечение 100 кубов. А он в 3 утра выехал на бои вообще, и свои эти чувства рассказывал, как я говорю, не понимаю, или я сплю, или я там на бой приехал, и такие нюансы были. Но рад, что смог выступить достойно, и все как-то ожидали, как предыдущие бои, что получится легко там, и что я там смогу как-то легко победить, и некоторые как-то расстроились, что такой тяжелый бой пошел. Ну, со своей стороны, как я уже говорил, чем тяжелее победа, тем она слаще получилась, и хотя все ожидали легкий бой, но этот парень был на тот момент лучшим в мире, считался, вне зависимости от всего категории. Легкая прогулка не получилась. Как болельщик, поблагодарить за то утро, которое всю страну настроило на хорошие мотивы. И откровенно скажу, там переживали или не переживали, но на самом деле, вот, по крайней мере, свои чувства были уверены в исход поединка. Поэтому от всей души хочу поздравить тебя, всю команду, тренера, безусловно, близких, всех, кто поддерживал тебя с этой победой. Поддерживали тебя не только те, кто был с тобой в Австралии, тебя миллионы людей поддерживали здесь. Поэтому хочу, вот, пользуясь случаем, всех поздравить с твоей победой.